Всем привет! Сегодня буду вязать такие тапочки-слитки и пинетки-следочки для мамы и дочки. Пинетки у меня получились. Подошва 13,5 сантиметра. А тапочки 23 сантиметра. На спице предварительно набрала 60 петель. Первые 12 рядов буду вязать платочной вязкой. Лицевые и изнаночные ряды буду провязывать лицевыми петлями. Провязала 12 рядов. Следующие 4 ряда буду вязать серой ниткой. С 13 по 16 ряд вяжем серой ниткой. 13 ряд, все петли ряда лицевые. Четырнадцатый ряд продолжаю вязать серой ниткой, все петли ряда лицевые. Пятнадцатый ряд продолжаю вязать серой ниткой. Первая петля кромочная, дальше вяжем узором. Один накид и две петли вместе лицевой. Провязали раппорт и снова повторяем. Один накид, две петли вместе лицевой. И снова повторяем. Один накид, две петли вместе лицевой. И так вяжем до конца ряда. Шестнадцатый ряд продолжаю вязать серой ниткой, все петли ряда лицевые. Следующие 4 ряда, с 17 по 20 ряд, буду вязать белой ниткой лицевой гладью. Лицевые ряды лицевыми петлями, изнаночные ряды изнаночными петлями. 17 ряд, все петли ряда лицевые. Восемнадцатый ряд, все петли ряда изнаночные.
19 ряд, все петли ряда лицевые. Двадцатый ряд, все петли ряда изнаночные. Провязала 20 рядов. В 21 ряду начну вывязывать мысок. Для начала провязываем 21 петлю лицевыми петлями. Первая петля кромочная и 20 петель лицевых. Провязала 21 петлю, мысок буду вывязывать следующих 18 петель. Первые 21 петлю и последние 21 петлю можно снять на дополнительные спицы, можно оставить на этих спицах. Мысок вывязываем следующих 18 петель. Вяжем первый ряд мыска. Все петли ряда лицевые. Провязываем 18 петель. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Провязали 18 еще петель. Разворачиваем работу. И следующие 18 петель провязываем лицевыми петлями. Второй ряд мыска. Первую петлю снимаем непровязанную, как кромочную. И вяжем 17 петель лицевых. Провязала 18 петель лицевыми петлями. Разворачиваем работу. Вяжем третий ряд мыска. Первую петлю снимаем непровязанной. Следующие 17 петель вяжем лицевыми петлями. Так, провязала третий ряд мыска, разворачиваем работу, вяжем четвертый ряд. Первую петлю снимаем и 17 петель лицевых. Провязала третий ряд, разворачиваю работу. Пятый ряд вяжем. Первая петля кромочная, 2 петли лицевые и вяжем узор. 1 накид
2 петли вместе лицевой. Провязали раппорт и снова повторяем. 1 накид, 2 петли вместе лицевой. И снова 1 накид, 2 петли вместе лицевой. И так вяжем до конца ряда. Последняя петля лицевая. Разворачиваем работу. Провязали 5 рядов мыска. Следующий 6-й ряд. Все петли ряда лицевые. Первую петлю снимаем. Дальше все петли ряда, 17 петель, лицевыми петлями вяжем. Седьмой ряд мыска вяжем лицевыми петлями. Все петли ряда лицевые. Одна петля кромочная, 17 петель лицевых. Восьмой ряд. Все петли ряда изнаночные. Первая петля кромочная снимаем. 17 петель изнаночных. Так, провязала 8 рядов мыска. Следующие 37 рядов мыска буду вязать, так как вязала предыдущие 8 рядов, повторяя схему из 1 по 8 ряд. Провязала еще 37 рядов мыска. Вместе уже связано 45 рядов. Следующий ряд, 46, вяжем. Первые 3 петли провязываем вместе лицевой. Петли вместе лицевой. Дальше до последних 3 петель вяжем лицевыми петлями. 12 петель лицевых. На спице осталось 3 петли, провязываем их вместе лицевой петлей. Так, провязала 46 рядов мыска. Дальше буду вязать нижнюю часть тапочек. Для этого провязываем петли мыска лицевыми петлями. Первую петлю снимаем, провязываем 13 петель лицевых. Дальше по краю мыска набираем петли.
Вышло 23 петли я набрала. Дальше, снятые на дополнительную спицу, 21 петлю провязываю лицевыми петлями. Провязала еще 21 петлю лицевыми петлями. Вяжем следующий ряд. Следующий ряд изнаночный буду провязывать изнаночными петлями. Провязываем изнаночными петлями 21 петлю, провязанные с дополнительной спицы, 23 петли набранные и 14 петель мыска. Провязываем все петли эти изнаночными петлями. Провязала 58 петель изнаночными петлями. Дальше по второму краю мыска набираю петли. Тоже нужно набрать 23 петли. Набрала по краю мыска 23 петли. Следующие 21 петлю с дополнительной спицы буду провязывать изнаночными петлями. Так, провязала еще 21 петлю изнаночными петлями. Вместе на спицах у меня 102 петли. Следующие 4 ряда буду вязать серой ниткой. Буду вязать нижнюю часть тапочек. Первый ряд вяжем все петли ряда лицевые. Все 102 петли лицевыми петлями провязываем. Следующий ряд, второй ряд, продолжаю вязать серой ниткой все петли ряда лицевые. Все 102 петли провязываем лицевыми петлями. Третий ряд продолжаю вязать серой ниткой, вяжем узор. Первая петля кромочная, дальше 1 накид, 2 петли лицевые. И снова повторяем 1 накид, 2 петли лицевые. 2 петли вместе лицевой. И снова 1 накид, 2 петли вместе лицевой. Так вяжем до конца ряда. 1 накид, 2 петли вместе лицевой.
Четвертый ряд продолжаю вязать серой ниткой. Все петли ряда лицевые. Провязала 4 ряда. Следующие 6 рядов буду вязать лицевой гладью белой ниткой. Лицевые ряды буду провязывать лицевыми петлями, изнаночные ряды изнаночными петлями. Пятый ряд, белая нитка, все петли ряда лицевые. Шестой ряд продолжаю вязать белой ниткой, все петли ряда изнаночные. Седьмой ряд продолжаю вязать белой ниткой, все петли ряда лицевые. Восьмой ряд, белая нитка, все петли ряда изнаночные. Девятый ряд, продолжаю вязать белой ниткой, все петли ряда лицевые. Десятый ряд продолжаю вязать белой ниткой, все петли ряда изнаночные. Провязала 10 рядов. Следующие 10 рядов буду вязать так, как вязала предыдущие ряды. Повторяю схему из 1 по 10 ряд. Провязала еще 10 рядов. В следующем ряду буду начинать вязать подошву. Для этого сначала провязываем 44 петли. 1 петля кромочная, 43 петли лицевые, лицевыми петлями вяжем. Довязываем до средних 14 петель. Так, провязала 44 петли. Следующие 14 петель будут основой подошвы. Так, вяжем 13 петель лицевыми петлями. Провязала еще 13 петель лицевыми петлями. Следующие 2 петли провязываем вместе лицевой петлей. Дальше разворачиваем вязание. Первую петлю снимаем не провязанной. Вяжем 12 петель изнаночных. Подошву вяжу лицевой гладью, провязала 12 петель изнаночных, следующие 2 петли вместе изнаночной. Разворачиваем работу. Следующий ряд
Первую петлю снимаем не провязанной. 12 петель лицевых. Провязала 12 петель лицевых и следующие 2 петли вместе лицевой. Разворачиваем работу. Следующий ряд. Первую петлю снимаем не провязанной. 12 петель изнаночных. Следующие 2 петли провязываем вместе изнаночной. Разворачиваем работу. И так вяжем до тех пор, пока на спицах не останется 14 петель. Так, довязала подошву. На спице у меня осталось 14 петель. Подошва у меня получилась 22 сантиметра. Дальше вяжем задник тапочек. Вяжем первый ряд. Задник тапочек до манжетика буду вязать лицевой гладью. Дальше там, где от манжетика, буду вязать платочной вязкой. Лицевые изнаночные ряды лицевыми петлями. Пока продолжаем вязать лицевой гладью. Провязываем ряд лицевыми петлями. Последнюю петлю не провязанной снимаем на правую спицу и по краю боковины вытягиваем петельку. Одеваем на левую спицу вытянутую петлю и не провязанную предыдущую петлю. И провязываем их вместе лицевой петлей. Так, разворачиваем вязание. Следующий ряд. Первую петлю снимаем как кромочную. И все петли ряда изнаночные до последней петли. Последнюю петлю снимаем не провязанной, вытягиваем по краю петельку. Возвращаем на левую спицу вытянутую петлю и предыдущую не провязанную петлю и провязываем их вместе изнаночной петлей. Разворачиваем вязание. Следующий ряд. Первую петлю снимаем не провязанной. До последней петли вяжем лицевыми петлями. Последнюю петлю снимаем не провязанной. Вытягиваем петельку. Переносим на левую спицу вытянутую петлю и последнюю непровязанную петлю и предыдущую непровязанную петлю.
и провязываем их вместе лицевой петлей. Так, следующий ряд. Первую петлю снимаем. До последней петли вяжем изнаночными петлями. Последнюю петлю снимаем не провязанной. С боковинки вытягиваем петельку. Вытянутую петлю и предыдущую не провязанную петлю снимаем на левую спицу и провязываем 2 петли вместе изнаночной петлей. И так вяжем до конца боковинки. Так вяжем до верхних краев боковинки. Так, провязала задник. Осталось только закрыть петли, и тапочек готов. Закрываем петли. Так, вот такой тапочек у меня получился.